Ну, не хочет играть никто. Что делать? Видите, тут гроссмейстеры, еще кто-то. О, отлично. Внял мольбам моим. Господь, играю я с каким-то немцем. Причем я играю с ним, наверное, какую-то схему, которую он знает. Но ошибается, видите. Вот в такой ситуации он ошибается. Так, ну давайте коня выставим на g5. Опа. И, например, шах сюда. Ну ладно, давайте пока рокировку. А, ну есть, конечно, такой шах. Да, и теперь, наверное, вот я отойду. Пока. И конь h7 хочу. Задумался. Хочу конь h7, хочу конь f6. Хочу поставить мат. Ну, давай рокировку пока. Да ты что, хочешь ферзей менять? Ладно. Шажочек. Выбираем. Сюда. Шажочек. Зачем этот шаг был, вообще непонятно. Еще шажочек. Подвязал. Зачем я подвязал? Смысл в этом? Ну, давайте так. Моток не грозит, да? Запутался я тут окончательно, похоже. Ну, ничья будет, конечно. А даже выиграл, видите как. Казалось бы, времени мало, позиции уже вроде перехватил он. Кто это? О, это Аркадий Надич. Хороший шахматист. Ну давайте. Посмотрим, что умеет Аркадий Надич. Видите, h4 такой. Смелый. Он же 5 хочет. Смотрите, ну просто как будто он играет с первым разрядом. Хотя может он и думает, что играет с первым разрядом. Кто его знает. Так, конь f4 он хочет, да? Взяли. Да, неприятно уже, конечно. g5 надо ходить. g5, и что дальше? Напал он сюда. Ну давайте так. Взял. Ага, сюда зашел. Так, зачем я этот ход сделал? Непонятно. Ладью туда хочет поставить. Ну, давай так. Коня хочу поставить. Так, а что здесь? Давайте так. Ну-ка, слон f5. А мат на g4 грозит. Опа. Мат на g4. Что? Ферзь f3 придется играть. Ну-ка. А, смотрите, нашел. Ну ладно. Ладно. И давай отойдем. Так, шажок. Давай сюда. Шажок.
Отошел. Шажок. И снова Найдич повержен. Ну вот видите, пижонит Найдич. И смотрите, как рейтинг мой сразу стал расти. И снова пижонит Найдич. Утелку, да? Ах, сразу H6. Надо было слон H6 поддеть его. Видите, какой крепкую позицию поставил. Хочет взять на E4, но пока не хочет. Пока не хочет. Давайте так. Так, забрал. Отошел. Видите, позиционный перевес уже он получил. Как ни крути. Взял. А давайте так. А теперь линию F вскроем. Затупим слона и коня на F6. Шажок. Заехал. Сюда. Ах, смотрите, какой резвый. Эх, неправильно я сыграл, наверное. Наверное, неправильно сыграл. Хочет ладью завести туда, да? Ладно. И что будешь делать? Отошел. Забрал. Сюда. Забрал. Сюда. Размен. Ух ты. Шажок на F8 хочу, если уйдет. А он не уходит, смотрите. Позиция равная. Может, у меня даже лучше. Шажок, размен. Уже, похоже, выиграно, но не успеваю по времени. Закрыть хочет слона. Смотрите, какой хитрый, а? Что дальше? Сюда. Забрал. Опа. Так. Вперед. Сюда. Оп. Оп. Ах, не успел. Ну что ж ты будешь делать? Ну была ж позиция выиграна. Тут спешка меня разобрался. Ну давай. Он пижонит, и я буду пижонить. H5 не дадим. Куда ж ты ходишь? G4 хочешь? Хочет G4, смотрите. Ладно. Ах, смотрите, какой хитрый. Хочет все вскрыть. Ну ладно, хорошо, пускай. Пускай. E5 надо сыграть где-то. Да, добирается. Кажется, все-таки добирается до меня. Да, видите, не дает сыграть конь E5. Да. Смотрите, слона. Ну, конь вышел хоть так. И то хорошо. Отошел. Связал. Неприятный ход. Так. Ах, все равно неприятно. Ладно, сюда. Конь c6 хочу. Ферзь h8 не проходит. Ну, давай так. Слон f5. Смотрите, что творит, а? Какой соперник. Мат поставил. На g8. Да. Добрался. Ну ладно, 2-2. Так, утилку выставляет. Нет, защиту Филидора. Хорошо. Рокернемся. Жаль, устал я. Так, если бы более был свежим, то, может быть,
сопротивление бы оказал больше. Давай. Ну, давай, Е5 сыграем. Забрал. Сразу бить. Ну, давайте возьмем, рискнем. Конечно, на D1 тут, видите, сразу указывает на то, что на D1 проблема. На Е6 висит. Так, надо бить. А, так, отошел сюда, отошел. И опять. Хочу ладья B1. Ах, смотрите, как меняется. А может быть, не будем пускать? Не будем пускать. Да, тут ладья пассивная, но выходим. Смотрите, в пассив стал. А в ладейном окончании в пассив не нужно становиться. Смотрите, вот так вот. Еще добавил. Эх, времени мало. Прорыв иду. Иду в прорыв. Эх. Не совсем иду в прорыв. Ладно, тут в пассив загнал себя, но хочу G5. Ух ты, G5. Опа. Опа, опа. Забрал. Ах, отрезал же меня. Забрал. Сюда. Отошел. Отошел. Еще отошел. Да что ж ты взять не можешь? Равная позиция. Отошел. Видите, время на время играет. Эх, не успеваю. Или успеваю? Смотрите, успел. Но нет, ну это все. Я не буду, конечно, это играть, потому что хоть и гроссмейстер, хоть и найдич, но так играть, конечно, не полагается.